Итак, про печку Thermofor Tunguska 16. Про эту печку я уже снимал ролики, про эту проблему. Но просто сейчас так получается, что заменить нет возможности. Поэтому хочу сделать такой костыль. Ну и поделиться, может, кому-то это пригодится. Вот проблема. Значит, как видите, выгнулась под давлением камней. Я там вот это поставил прожектор, чтобы он светил, чтобы было видно щели. Вот так вот это я пытался заваривать. Ну, из меня сварщик тот еще. Тем более тут вроде как производитель говорит, сталь нержавейка, хромированная или какая-то там. Поэтому она плохо варилась. Ну, в общем, вот так вот все выгнулось. Сейчас изнутри покажу, как это выглядит. Внутри это вот так вот выглядит. И, соответственно, дым-то, конечно, не идет. Тяга у нас хорошая в парилке. Но вода, вот когда мы подбрасываем воду, вода через эти все дырки льется прямо на горящие дрова. И, в общем-то, весь пар испорчен. Ничего хорошего в этом нет. Заваривать мне тут не хочется. Поэтому что я решил сделать? Я сейчас сделаю просто лист. Лист вырежу по размеру и положу сюда. Суть в том, что он под влиянием жара загнется туда и получится как бы чаша. И хотя бы вода не будет литься на дрова. Вот так попробую сделать. Вот такую вот нашел железяку. Наверное, 1.5 миллиметра, не знаю, она еще вся гнилая. Так. Даже если это когда-то и была двойка, хотя сомневаюсь. Ну, в общем, 1.5 миллиметра толщиной. Сейчас я из нее, может, вырежу пару кусков, даже кусок на кусок положу. Посмотрим. Вот так вот отмерил мелочком. Отрезал примерно плюс-минус. Два куска уже, конечно, не получилось. Но сейчас попробую это вложить. Ага, тут-то был. Хотел вложить, а она не влазит. Не получается. Значит, надо как-то ее кусками делать, что ли. Вот так вот. Решил сильно на куски не резать. Отмерил тот угол, который не влезает. Сейчас попробую так вставить. Влезла. Легла вот так вот. Не знаю. Надо, наверное, еще что-нибудь положить. В общем, вырезал вторую железяку еще страшнее первой. И сделал ее со скосом в другую сторону. Даже такие краешки получаются. Может быть, они не дают воде проливаться туда. Вода будет здесь, если что, испаряться. Конечно, понимаю, мне в комментариях, наверное, напишут, что ты дурью маешься, купи новую печку. Но, знаете, мне же уже сегодня надо баню топить. Когда еще новую печку куплю? Пока так. Посмотрим. В общем, вот такое вот временное решение получилось. Костыль, так сказать. Два листа. Понятно, что, наверное, мне кто-то напишет в комментариях, что воздушная прослойка там образуется, низ будет хуже прогреваться. Да, я все это понимаю. А куда деваться-то? Мне ж надо баню прямо вот сейчас затапливать уже. Пока там еще что-то я смогу сделать. Купить новую печку или сложить, или что-то сделать. Пока вот такой костыль. Может быть, тем, у кого так же, как у меня, прорвалась печь Тунгуска, может быть, вот этот костыль мой поможет. Сейчас затоплю и посмотрим, как это будет.